Интересно, как же водный кодекс? Смотрите, берег водохранилища Десна относится, перекрыто забором на сотни метров. База стоянка просвет. То есть огромный кусок берега выгорожен от прохода простых людей. Вроде как водохранилище близко, но в этом месте подойти нельзя. Нездоровая тенденция. Если так начну загораживать, скоро к берегу во многих местах вообще не подойдешь. Если даже огорожено, то 20 метров от реки должно быть разгорожено. Все загорожено, здесь вон тонны мусора. Да, в этом месте к берегу не подойдешь. Все погорожено. Значительная часть берега отгорожена от простых жителей. Меня хуже.